вот жива, которая стала крестной Шурика. И безумно любила Сашу, и вроде сама жертвенная любовь была, да, такая. Ну, я думаю, что после кадров как раз Александр Сергеевич, такого молодого, прекрасного, и воспоминания о баллонцах, которые сидели с Шуриком, самое время Шурику появиться в этой студии, обнаружится невероятное сходство с папой. Кто он тут поддерживает? Ah.